Продадут блок-комнату с воротами. Цена 80 тысяч рублей без места. Звоните по телефону 4 10 80. Медицинский центр «Семейный доктор» приглашает на прием 24 августа к врачу функциональной диагностики первой категории на эхо сердца Малышевой Ирине Викторовне. Кардиологический диспансер, город Сыктывкар. К врачу-косметологу, трихологу, дерматовенерологу Андрияш Анне Александровне, город Ухта. 31 августа к детскому неврологу Макаровой Нине Михайловне, город Сыктывкар. Запись по телефонам 3-12-70 и 8-912-567-61-21 или по адресу Печорский проспект 57. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Продается двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома номер 13 по улице Школьной. Площадью 46,8 квадратных метров. Сделан ремонт, остаются встроенная кухня, душевая кабина, диван, шкафы. В связи с отъездом цена 1 400 000 рублей, возможен торг. Подробности по телефону 8-904-865-49-30. Предприятию требуется пекарь и кухонный работник. Заработная плата по результатам собеседования. Обращаться по телефону 8-912-122-98-57. 17 августа пропала собака породы такса черного окраса с рыжими подпалинами, нашедшему вознаграждение. Телефон 8-904-106-34-40. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.